Вот она, самая прекрасная пора. В этом году рановато, конечно, еще март. Но просто шикарно. Когда еще ничего не распустилось, но все уже пахнет весной. Кстати, вот этот промежуток, это время, это буквально неделька какая-то, да, обычно? Ну, никогда у нас через неделю грохнут морозы, и поэтому все заново. А вот именно в нормальную погоду, нормальный год, это время буквально неделька. Неделя тепла без листьев, и потом все расцветает, распускается, и начинается чёс огородный. Сделала я девчонкам своим ванну. Зольно-песчаную и с серой кормовой. Вот она уже вся в этой ванне. О, боже мой, пуп толстый. Вот так у меня всю эту самую, весь песок этот выбросите. Ты возишь выключенной горелкой. Как же, нет. Просто синее ничего пламя. Не видно. Синее пламя не видно. Я уже прошел пол, и вот прохожу места, где кормушки. Интересно. Я вот эту железку, в принципе, все равно с какой стороны нагревать. Главное, температуру достичь больше 60 градусов. Поэтому я вот с той стороны не жгу, неудобно. Я вот так прохожу. А вот эту уже отсюда нагреваю. Сомнений у вас не должно быть, что эта температура больше 60 градусов, потому что уже все пальцы я здесь себе пожег, так неаккуратно прислоняясь. Сколько температура пламени синей горелки? Не по-моему, помню. 750. Я могу ошибиться. Но большая. Вот так. Но дерево же обгорает. Ну все, да, если дерево, смотри, сразу прям чуть прикоснулся, оно обгорело, то температура приличная, видимо. Все? Да. А, кстати, вот можно. Шипит. Ну все, антисанитария вот полная, а. Но надо было так нелепо нарушить эпидемиологический слой в наших клетках. Вот это так ужасно. Ты считаешь? Конечно. То есть я носитель, ты думаешь, да? Ядовитые слюны причем. Тогда прожжем получше. Ну ладно. Все, а теперь сейчас обработаем этим экоцидом. Угу. Прольем все. Я сейчас, знаете, как сделаю? Я вот эти вот поилки повешу. Убери от меня лампу, господи. Не бойся. Поилки повешу в этот, в клетке уже. Вот и... пожарников на тебя нет, с твоей пожарной безопасностью. Выключи скорее. А, она сейчас это догорит. Повешу поилки сюда в клетке прям, и уже с поилками вместе пройдусь экоцидом. Хотя поилки я уже дезинфицировал внутри, и этот непиля, короче, разбирал. Чашечки вот эти вот мыл этой индукционной кислотой. Но хуже не будет. Угу. Ну вот скажи, год, да? Ну максимум 2 деревянные клетки, да? Да нет, почему? Ну вот сколько они у нас отпахали вообще и без остановки? Нет, нет. Есть здесь, смотрите, я сначала полтора поужасался, года. Когда их отмывать начал после зимней эксплуатации. А сейчас подсохли, нет, нормально. Но дерево страдает, конечно, от помета сильно, но... А вот это вот уже внизу, то, что я понимаю... Я это уже не могу очистить. Никак, да? Да? Это только механически наждачкой чистить. Но я зачищу. Настолько заморачиваться не готов, вам честно скажу. От металла бы отлетало вообще без проблем. Керхером, вот брудер моется элементарно. Угу. Все смывает, вот.
Поэтому надо делать металлические клетки, а эти будут куда-то под навес, там на улицу, я не знаю. Ну, на улице они еще хуже же. Даже вот, знаете, вот можно в этих клетках, если будет навес какой-то, под навесом бройлеры летом вырастить. Да. В тот момент, когда санразрыв в помещении сделать. Но надо под погоду подобрать нормально. Не можно, а нужно бы сделать санразрывчик, а протечку вырастить где-нибудь под навесиком, как раз вот в лето. Ну, в нормальное лето, не в экстремальное, там никогда плюс 40 и когда... Минус 5. 0, да, вот как-то так. Такой попробуй подбери сейчас лето-то. В принципе, вот чего, осталось это сделать, курятник мы отмыли, занести клетки, и можно будет птицу рассаживать из брудера. Ну что, не будем с вами ближе подходить в избежание химатаки? Или подойдем? Где у нас ветер-то? Откуда ветер-то? Я не буду ближе подходить, наверное, да? Это не опасно, это витамины. А что-то ты в масочке, а мне не опасно, а? Чувствует у меня какой-то подвох, пятая точка. Сам ты в этом самом, в наморднике. Саша, а этот, как он, нокоцид, да? Он не вреден для птицы, если в поилках останется? Не знает. Не знает, ага. А у меня в поилках его нет. Ну ты обрызгиваешь чашки. А, вот это что? Да. Не знаю, почитаем. Сначала обрызгаем, потом почитаем. Ага, хорошо. Ладно, Санечка, пойдем мы отсюда, не будем мы дышать с тобой тут этим. Давайте. А то вдруг... На паразитов действует и на нас подействует, да? Мы же еще тот паразит. Ну вот, друзья, клеточка помыта, брудер помыт. Металлические клетки и брудер отмываются гораздо проще, чем деревянные. Тут, в общем, все без вопросов. Все чистенько, все нормально. Обработано огнем и над уксусной кислотой. Не стал я открывать экоциды новую пачку, потому что слишком ее много на вот этот объем работы. Ну, в общем, жалко стало, я над уксусной обработал. В курятнике мы сегодня бахнули шашку йодную. Я покажу, какую. Вот, здесь у нас все, в принципе, без изменений, все чистенько. Птица пересажена. Ну, в общем, новый тур у нас начался. Выращиваем вот эту партию и сажаем в брудер следующую. Ну все, на этом наша дезинфекция закончена. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Всем пока. Вот. Я как ты считаешь, палаты после коронавируса также обрабатывают или похуже? Я думаю, если бы они так же обрабатывали, то проблем бы не было. С эпидемией, да.